Привет всем, с вами канал The Big Lady of the Small House. И сегодня у меня такая экстренная операция по спасению деток. Вчера при поливе обнаружила, что копыто уже сгнило. В принципе, я ничего такого особенного не ожидала от него, потому что это вообще удивительно, что оно пустило деток. Луковица была очень гнилая. И сажала я копыто просто на удачу. Ну, как мы видим, две детки оно дало. Ну и вот смотрите, вот оно. Копыто сгнило и отвалилось. Здесь оно еще вроде бы как живое, но оно мокрое. Что совсем нехорошо для развития деток. Детки тут пытаются уже сами самостоятельно пускать корни, поэтому я просто вытащу. Заодно посмотрим, какие тут корни. Корни, в принципе, неплохие, но за то, что копыта все-таки уже не зрелые. Так, одна детка есть с корешком. Вторая детка тоже с корешком. Ну, все отлично. Их можно пересаживать. Они уже начали терять торгор. Так что сажаю в 6-литровый контейнер. Деткам на первые полгода, может быть, даже на год, потому что следующей весной хочу их пересадить уже в индивидуальные горшки. На этот сезон им вполне хватит. Зимовку они, скорее всего, будут спать, несмотря на то, что будут в тепле. Будут просто набирать бачка. Листья гнать не будут. Грунт здесь сухой. Так как тут все-таки свежая ранка, я не хочу сейчас мочить его. Так они у меня сейчас сами самостоятельно подсохнут в грунте. Так вот. А вечером или утром я уже полью его. Сейчас у нас здесь 10 часов утра. Так что как раз к вечеру будет достаточно времени, чтобы ранки затянулись. Вроде как всегда лютуют с кошками. А грунт свое прекрасно отработал. Сейчас я сепарирую керамзит. Керамзит на прокалку. Грунт луковицы чистый, вирусов, паразитов нет. Так что он может спокойно отправиться в мой песчаный огород. Удобрять там, улучшать всеобщую атмосферу. Я только удалю вот это копыто. Как вы видите, живого от копыта оставалось только совсем чуть-чуть. Сейчас я его вытащу и распотрошим. Эта часть полностью гнилая. Вот. Из живого тут только вот этот вот кусочек. Вот он питал две луковицы. Вот. Так что разделение было сделано вовремя. Луковицы, я говорю, сейчас они постоят у меня в уголочке, в прохладном месте. А к вечеру я их полью. И они будут дальше набирать бачка. Пока!